хочу вам показать. У нас поспели ягоды ирги канадской. Сейчас поближе подойду. Мы ее уже вчера попробовали. Какая вкуснятина. Так, вот наше деревце, посаженное той осенью. И уже оно все усыпано в ягодах. Вот такой темный цвет. Вот, вот, вот это уже спеленькие, очень вкусные. У них такой приятный вкус. Вот эти ягодки, они очень полезные. И там, аж смотрите, на верхушке много. И здесь обильный такой урожай дали. И сегодня у нас 17 июня, и вот уже ягоды спелые, практически все. Красные ягодки доспеют, а синие, темно-синие уже спелые. Даже в первый год урожая, в принципе, достаточно хорошо уродила. Сейчас попробую вот синенькую одну. Вкусно. Очень. Так, и вот наш урожай ирги канадской ламарка. Уместился на одной тарелочке. Ну, это первый год. Сажали в том году. И вот в июне мы собрали урожай. Очень вкусная, полезная ягода. Не кислая, такая нежная, приятная на вкус. Так, сегодня мы работаем за домом. У нас здесь посажены туи и была засыпана кора. Вот здесь вот. И мы вытащили всю кору, потому что там она перемешалась и с землей, и с всякими листвой. В общем, нужно было перебрать. В общем, мы перебираем, как золушки, каждый камешек, ой, не камешек, каждую кору вот отдельно складываем в мешок и перебираем. Потом чистенькую насыпем уже в наши, вот эти вот, на нашу клумбу. Тут хоста собирается цвести как раз. В общем, придумали себе занятие такое. Потому что кора хорошая, но ее нужно немножко просушить на солнышке, чтобы она стала не такая, чтобы убрать там самые плохие, может, где-то какие-то с плесенью. Вот. Так что есть чем заняться. Вспомнила как раз сказку «Золушка». Это как раз про нас сегодня. Так, вчера мы здесь почистили кору. Положили ее сушиться. И тут так чистенько стали, подмели немножечко. Тут все хорошо. Сделали полив нашим туем смарагд. Вот какие они у нас красавицы. Такие высокие, уже больше 2 метров. Каждая из них. Недавно мы их постригли, чтобы форма была поаккуратнее, такая более пирамидальная. А то они у нас немножко разжирели, пошли в рост и такие бока себе наели. Оно вот там вот, видите, какой огромный можжевельник Blue Arrow. Он, конечно, перегнал всех. Скоро будет с ростом нашего дома. На данный момент, я думаю, он уже 2-4 под 5 метров примерно. Ничего себе называется. Вот такой высокий. Ну и второй вот этот же у нас тоже он высокий. Они, да, не одинаковые с ним. Огромные. Ветку надо вот тут боковую убрать. Вот такая вот у нас красота сзади дома. Сейчас как раз здесь так хорошо, прохладно, потому что пополивали. Такая свежесть. Тут вообще никогда жарко не бывает. Здесь тенечек. Так, а я хочу вам показать еще гехерки. Мою коллекцию я вам показывала, как выглядит сейчас. В начале лета. Вот это вот у нас самая хорошо развивающаяся. Вот такие у нее красивые листья. Это гейхерка. Очень красивая. Достаточно крупнолистная. И хорошо она так идет вперед. Вот ее цветение, но я пока не пойму. Вот они как-то остались вот на таком уровне, эти цветы. И мне кажется, они не распускаются. Распустятся ли они или нет, или будут вот так вот, непонятно вообще мне. Они не цвели, насколько я помню. Странно. Ну, может, так первый год. Вот видите, они уже как будто типа отцвели, но они не цвели. Ну ничего. Главное, что продолжают листья наращивать. Это
Гехера. Вот такая она красавица у меня. Так, вот это вот брунира. Вот такая. Тоже цвела голубыми такими цветочками, незабудками, как их называю. Сейчас наращивает листы. Следующая. Вот такой вот очень красивый цвет у нее. Салатовый, тоже с такими прожилками. И так же самое она как бы должна была цвести, но я что-то не вижу. Неужели я пропустила? Не должна. Не должна была. Так, тоже хорошо развивается этот куст. Вот маленькие листочки. Зеленое яблоко, по-моему, оно называется. Вот это. Она, это гехерка. Вот. Ну, а вот мы покупали в один день еще третья гехера. Вот она вот такая у нас, видите, малышка. Совсем маленькая. Напишу название, забыла. И вот она как-то не хочет развиваться. Покупали одного размера. Эти вон какие большие. Это совсем малышка. Но ничего, я надеюсь, она пойдет в рост. Вот такая у меня мини-коллекция пока из трех гехерочек. И одна брунера. Брунера красивая. И листы у нее очень классные. Так, сегодня вечер уже. Я вышла в сад. Работаю тут. Вот бурьян у меня. Убираю бурьян. Вот здесь вот у нас уже чистенькая клумба стала. Так трудно вот эти вот растения убирать. Они с длинными корнями. Вот они эти. Вот такие вот. Как они меня достали. Я пока все вырвала на этой клумбе. Ужас какой-то. Такие длинные корни, и когда земля еще подсыхает, очень сложно ее вырывать. О, и бурьян вырывать. Вот. Да мы это там час, но сделала. Я такая делаю, потом думаю, встану хоть, спина болит. Оглянулась на небо, и посмотрите, какой сегодня красивый закат. Камера не передает эту всю красоту. Там такие волны и такой прям малиновый цвет заката. Видите, он светлее мне почему-то кажется. Но очень красиво. Вот это вот дерево соседское мне закрывает весь вид на закат. И уже темнеть начинает, но я так зацепилась этой клумбой. В общем, заканчиваю он. Так хочется много сделать. И у нас это мне приносит огромное удовольствие. Просто вот так вот что-то делать. Чистить клумбы, обрезать растения. Как-то отвлекает. Отдыхаешь, расслабляешься. Вот так вот. Работы много в саду. Бурьян растет просто как скаженный какой-то. Просто не поднимать по часам. Здесь у нас цветет хоста. Хоста киви называется. Вот такие у нее крученные листочки. И вот такие нежные сиреневые цветочки. Ой, пчелки летают. А это дербенник. Вот мы его сажали в том году небольшим. И он уже под 2 метра ростом примерно. Ну да, даже больше, потому что забор 2 метра. И вот такое сочетание. Там гортензия, дербенник и хоста. На фоне живой изгороди из туи, смарагд. У нас в этом году туи, конечно, прям вверх поднялись. Такие хорошие приросты. Высокие достаточно. Мне очень нравится. Подросли, красивые. А вот там вот на можжевельнике птички поют. Сели на самую верхушку. И так приятно поют. Очень красиво. Это похоже на как соловьи или кто-то, я не знаю. Очень красиво. Они все время тут сидят рядышком. Вот, значит, и вот такая у нас композиция сейчас. Калина. Грозди. Вот такие уже румяные бочка.
Но она, конечно, в этом году так разрослась, что нам закрыла весь проход. Осенью нужно будет больше подстричь ее. Вот дербенник. Тоже цветет все лето. Несколько у него побегов. Вот несколько цветов снизу, сверху. Красивые очень цветы. Такие кусты. Ну и гортензия. Она только начинает. Здесь роза Минерва. Это Туя Голден Смарагд. Тоже подросла. Вот она была остановлена в росте. Сейчас мы ее подкармливаем. Японский клен. Видите, летом у него листья немножко более зеленее. Потом они позже, к осени, становятся уже таким ярко-красным. Ну и вот молодые листики уже ярко-красные. То он светлее летом немножко. Такой. Канадская ель. Чуть-чуть ей мало места стало, потому что калина разрослась. Тут нужно будет бурьян порвать. Вырастал. У нас были дожди недавно. Так красиво сегодня светит солнышко. Это место полутень, но вот до обеда солнышко тоже есть здесь. Ну и за домом показываю вам. Сейчас у нас вовсю цветут хосты. У нас сегодня 13 июля. И вот такое цветение. Сиреневый цвет. В основном они так цветут. Колокольчиками такими. Это хоста. Миниатюрные у нее маленькие листики. Вот такие. Но у нас же тут делали бордюры строители. И эту хосту изначально вот поломали. Поэтому много поломанных веточек. И вот такая тоже сейчас цветет, только начинает. Такие у нее нежные цветочки, листики красивые, с ободочком белым, ярко-зеленый, насыщенный, и белый ободок. Не знаю сорта, это тогда купили, и без названий. И третий сорт, но это не цветет. Тоже не знаю сорт ее. Кто-то ее продырявил. Непонятно, кто. Красивая очень эта хоста. У нее такие листья лепленые. С интересным таким абстрактным рисунком. А вот эта гортензия Pink Lady, которую мы посадили весной. Вот у нее тоже уже цветочки. Красотка на штамбе наша. Вот такой у нас уже вырос гибискус сирийский. Большое дерево. Очень красивое, цветет все лето. Это дерево, этот гибискус. Ну, единственный минус-то, небольшой минус, это, конечно, то, что вот так вот падают отцветшие уже цветы. Ну, ничего страшного. Граблями убираем. Так, такой розово-сиреневый цвет. Здесь постоянно пчелки собирают нектар, летают. И вот наша дорожка из арки. Сейчас она выглядит чуть-чуть по-другому. Цветет гортензия по эту сторону. Вот тут. И очень красиво она сдалека сочетается с гибискусом. Вон там. И вот видите, как интересно смотрится. Здесь розы скоро некоторые будут цвести, некоторые цветут. А вот эта гортензия с этой стороны, это ванила фрейс. И она только собирается. Вообще в этом году вот эта вот гортензия, она подросла. И скоро будет такая дорожка с одной стороны гортензия красивая и с другой одинаково. Ну, подрастет немножко.
что это красотка. И с этой стороны нужно, чтобы такая же была. Ну, чтобы равномерно, равноценно было. И вот такой гибискус. Отсюда виден. Вот такой у нас оно уже большое. Где-то под 3 метра высотой. Что забор 2 метра. И смотрите, как высоко оно выросло еще. Я как-то видела в одном кафе большое дерево гибискус. Побольше, чем наше, конечно, намного. И оно так сформировано было, интересно. Ствол такой уже, ну, как полноценное дерево. Еще и цветущее. Вообще отличная идея. Ну, только единственное, вот это, что осыпается немного цветы. Но цветов очень много. Обильно цветет и долго будет цвести еще. Вот такое красивое оно. Любуюсь им каждый день. Смотрите, какие у него красивые цветы.